Здравствуйте! 4 и 5 апреля мы ждем вас на интенсиве, на бизнес-интенсиве. Что вам даст эта программа и для кого она предназначена? 5 основных причин, по которым стоит посещать эту программу. Первое. Бизнес-интенсив предназначен для тех людей, которые хотят лучше понимать взаимодействие отличных различных механизмов в бизнесе, их комплексное понимание. Для чего это нужно? Вы сможете увидеть те возможности, которые раскрываются перед вами в вашей же компании. Или, если вы хотите открыть свою компанию, начать свое дело, что вас ждет. Вторая причина. Если вы работаете уже сегодня в какой-либо компании и уже видите возможность для своего карьерного роста, то вам когда-либо придется принять решение, что делать дальше. Вывод очевиден. Начать свое дело. И вот как начать свое дело, как связать свой опыт с другими механизмами бизнеса, как организовать и как научиться прогнозировать возможности вашего бизнеса, эта программа позволяет это увидеть. Иначе говоря, вторая причина, по которой к нам приходит на бизнес-интенсив, люди, которые хотят уметь видеть прогноз возможностей своего бизнеса. Третья причина, по которой вам стоит посещать эту программу. Она на самом деле универсальна и, скорее всего, предназначена для всех. Все, кто хотят в какой-либо сфере развивать свою карьеру, задумываются вот над каким вопросом. Куда мне податься? Куда мне идти? Где я могу большего достичь? И в этом плане многие совершают ключевую ошибку, ориентируясь на те компании, в которых есть якобы большая возможность. На самом деле, все кроется именно в вас. Вот на этой программе вы сможете узнать, на какие свои личностные особенности, на какие преимущества себя вы сможете акцентировать внимание для того, чтобы достичь большего карьерного роста. Для этого есть у нас и другие программы, более индивидуальные и углубленные работы. Программа, которая называется «Предназначение». Но на этой программе вы узнаете основные механизмы, которые нужно для того, чтобы суметь это определить, насколько вы нашли себя в бизнесе, где ваши возможности личностные. То есть увидеть свой потенциал и его практическое применение. Четвертая причина, по которой люди приходят на такую программу, как бизнес-интенсив. На сегодняшний день очень много информации в различных сферах. Если вы начнете просто искать в интернете информацию про бизнес, скорее всего, вы просто потеряетесь в гуще информации и определить, что именно конкретно необходимо для вас, вот целостно, конкретно, будет очень сложно. Эта программа включает в себя основные подходы, которые помогают вам определиться именно с тем, что именно вам нужно. Грубо говоря, 5 основных шагов, которые необходимо принять, которые необходимо выполнить за кратчайший период, чтобы добиться конкретных целей в бизнесе. И для этого вам опять-таки нужно целостное видение. Вам нужно общее видение того, как одно вызывает другое. Как гласит один из законов Мёрфи, для того, чтобы чего-то добиться, нужно сначала добиться чего-то до. И вот эти последовательные шаги помогают вам построить единую цепочку причинно-следственной связи. Когда вам кажется все последовательно и логично, когда вы видите взаимосвязь начала ваших действий и конечный результат, как алгоритм, тогда мы говорим следующее. Ваша модель бизнеса соответствует стандартам 4.0. Современные модели построены на принципе логики и последовательности. Если вы сегодняшний день не совсем что-то понимаете или в каких-то процессах бизнеса вы ориентируетесь на удачу или еще хуже, на интуицию, то мы говорим о том, что вероятность успешности выполнения данной задачи приравнивается к нулю. Вероятность риска и ошибок увеличивается многократно. Модель 4.0 позволяет вам увидеть, на каких аспектах выполнения своих обязательств вы делаете эмпирические выводы, а на каких вы делаете интуитивные. И, наконец, пятая причина, по которой люди выбирают бизнес-интенсив и приходят на эту программу. Это прямая чистая прибыль. Многие компании, достигнув какого-то определенного уровня заработка, останавливаются. А для того, чтобы развивать компанию, они должны найти новые инструменты, новые механизмы, которые позволили бы развить их бизнес на другой уровень.
И вот эта программа «Бизнес-интенсив» помогает им увидеть, какие еще есть инструменты, и они могут какие из этих инструментов внедрить непосредственно в своей компании. Логическую цепочку последовательных задач, которые вас приведут к конкретному результату. Если вы смогли на тренинге за 2 дня получить эту информацию, вы уже сделали хорошую инвестицию и в свое будущее, и в вашу компанию. Итак, я надеюсь, эти 5 основных причин, которые мы перечислили, были для вас важными. Есть еще 1000 других причин, по которым мы можем сказать, для кого и почему это надо. Основные вам известны. А об остальных причинах вы узнаете 4-5 апреля. Удачи!